Добрый день, мои уважаемые зрители. Вы находитесь на канале Зиалдант. Меня зовут Игорь. И создается ощущение, что мы находимся в каком-то там, не знаю, Сочи, Адлер или какой-нибудь Лос-Анджелес. Да? Нет, это не так. Мы находимся в гостеприимной Абхазии, где вас любезно встретят, угостят вином, сыром. Так что, ребят, крайне советую посетить эту страну. Здесь, конечно, инфраструктура, ну, так себе, но дороги хорошие, должен сказать. И на каждом углу, вот где угодно, куда ни глянь, везде эти шкурки от мандаринов, потому что Абхазия славится своими мандаринами. Ну да ладно. Основная суть ролика. Мы сегодня будем обозревать энергетик. B-Energy. Приятного вам просмотра. Итак, B-Energy. Совершенно непонятный для меня энергетик. Я его здесь впервые повстречал, вот вживую, потому что все время я его мог видеть только на Wildberries или на Озоне. Точно не могу сказать, где. Но скриншотик, если я найду его, прикреплю обязательно. И сколько он стоит. Объем у этой банки 0,5. Это очень радует. По ГОСТу сделан энергос. Здорово. Со вкусом тропиков, да? Окей. По составу пробежимся быстро. Концентрированный яблочный сок, таурин, кофеин, концентрат смеси. Какой смеси? Просто концентрат смеси написано, я не понимаю. Антиокислители. Короче, будет что-то не очень, мне кажется. Brain activity, energy boost, physical activity, natural caffeine. Угу, хорошо. Дальше все на казахском. Алхакизет. Ну все, в принципе, больше нечего сказать. Давайте его пробуем. Верхняя часть банки черная, открывашка черная, это очень здорово. Ну так, если вкратце по дизайну, ну, минималистический дизайн, какой-то низкополигональная буковка B, ну и все, в принципе. Блин, ну это опять мультифруктовый сок, а где стаканчик? А, он же у меня в кармане. Ну да ладно. Стопе. Ребят, по запаху неплохой такой даже. Тропик, прям чувствуется. На. Мне обязательно знать нужно твое мнение, потому что этот энергос неплохой достаточно. Давай, пробуй. Ну давай, ну скажи что-нибудь. Классный. Классный? Что ты еще можешь сказать про этот энергетик? Ну ладно. Жене тоже вам понравился. То есть, ребят, в принципе, энергетик очень даже ничего такой. Приятненький на вкус. Не кислит, не сладит. То есть его можно выпить на одном дыхании, просто-напросто. И вы не почувствуете его. В общем, Be Energy, если обобщать все вышесказанное. Офигительный энергетик за свою цену. Я взял его здесь, в Абхазии, за 50 вроде рублей. То есть цена здесь вообще просто для этого энергетика. Крайне рекомендую купить и попробовать. Надеюсь, вам он очень сильно понравится. А с вами был Игорь, ребят. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем ролике. До скорой встречи. Пока-пока.